Привет, друзья и зрители моего канала! Сегодня у нас опять роллы. Очень-очень, слюнки прям текут. Это креветки, я их обожаю. Это сет. Я тоже обожаю простые роллы. Здесь с креветкой и с копченым лососем. Не могу говорить, слюной захлебываюсь. А это мини-теплый сет. Тоже очень вкусный. Ну, сделаю им рекламу. Назову фирму. Называется ресторан «Фишка Тайм». Находится в Волгограде. Мы их обожаем. Они просто готовят фантастически. Это вам не в тапки ссать. Это вам не мукбанг сплетницы Маши, где она помоев наелась. А вот такие прекрасные роллы мы с мужем будем сейчас кушать. И еще мы с ним выпьем немного пива. Ну как же, роллы и без пива. Деньги на ветер. Все, мои дорогие друзья, всем приятного аппетита. Пока-пока. Да, друзья, да. Мой дом – дом для моих животных. А я уже как бы сбоку припеку. А вот наши роллы, которые мы уже подъели. Для вас, наверное, будет шок. Ну и хорошо. Не все же должно быть идеальным. Идеальные большие дома, идеальные большие машины, идеальные зарплаты. К сожалению, мир не так идеален, как мы хотим его видеть. Если я сейчас начну разговаривать, недалеко от собак спит кошка. Нет, ну вы на них посмотрите. Я отхожу, и они пятятся за мной. Это что такое, а? Вот всем покажешь своих собачек, сразу начнутся тухлые яйца в мой адрес. Да, мы так живем. Нам все равно, что вы о нас скажете. Это наша жизнь, реальная жизнь. Я не сижу на цветке лотоса. Я живу в деревне ради своих животных, ради своих собачек. Что там у тебя прилипло, а? Вот что там у тебя? Дай, дай. Бумажка. Что-то порвали.
Да, что-то порвали. Чё, моя девочка? Чё, моя хорошая? Да, мой сладкий. Да, мой сладкий. Ой, ждем тухлые помидоры. Ждем. Да, мой зайчик. Мой хороший. Нам тебя подкинули, да? Сколько уже лет назад? Уже 4 года. 4 года назад нам тебя подкинули. Или 3. 3, наверное. А сейчас мы едим. И деремся за еду одновременно. Вот они сейчас будут приходить, брать еду и уходить. А малышка сидит отдельно, потому что у нее течка. И чтобы ее никто не повязал, вот караульщик, видите, караульщик хочет повязать, а ему не дают. Вот, она сидит отдельно. А там моя кровать стоит. Диван наш. Ну вот. Вот корм. Вон собаки стоят. Да. Там больше нравится есть. Все из одной. А здесь, пожалуйста, ешьте тот же корм. Нет, надо там где-нибудь, в одной. Все в одной. И рычат, дерутся. Да? Фаня, иди сюда кушать. Иди сюда. Фаня, иди сюда. Видите, Фаня идет. И не только Фаня. И не только Фаня. Вот правильно, молодец. Нечего там делать. Кушай здесь. Фаня, вон большая тарелочка, вон, там, кушай тарелочку. Я тебя звала, а есть не дают, да? Ну что, мы сладкие. Вот мои сладкие собаки. Ну ладно, мои дорогие. Так, еще сок. Кто лает? Ну ладно, мои дорогие. Сейчас они покушают и будут спать. А мы роллы уже почти все съели. Вот так вот. Кто-то вот так ест. Один лежит в тарелке. Это Вика у нас так ест. Это у меня Алиска. Да, моя сладкая. Алиса сладкая. А Косик сломал лапу. И мы ему делали операцию. Уже 2 операции сделали. Еще надо будет что-то делать. Еще надо будет ехать... Что-то там перевязку делать, снимать. Короче говоря, лечить животных это очень сложно и дорого. Ну все, мои дорогие, давайте спать. Спокойной ночи. Пока-пока. Вот они сейчас будут приходить, брать еду и уходить. Вот почему-то вот так любят делать. Подальше от того места, где я кормлю. Кто-то ест еду, а кто-то ест. Съели еду в той комнате, пришли сюда. Наконец-то поняли, что пора бы вернуться поесть. Да ты моя сладкая,
Что говорит? Что ты, мать, тут разговариваешь? С кем? Танюшка, Танюшка, ты что приходила? Алиска, Танюшка. Собачка меня сильно любит, вот эта Танюшка. Ну и Алиска тоже любит. Вон, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Тихо, тихо, нельзя прыгать, надо покушала, спокойно сидеть. Ты сладкая, какая сладкая, господи. Вот так вот, вот так вот. Да.